Ну, главное, что мы должны сейчас понимать, это как устроен новый мир, что он от нас требует сегодня, каким образом он будет устроен, чем он отличается от того мира, в котором мы существуем все еще. Вот. Про это нужно сказать следующее, что новый мир, он будет приходить постепенно. То есть тот переход, который идет, он, можно сказать так, что сейчас мы находимся в третьем измерении, а нам нужно будет попасть в пятое измерение. Если в третьем измерении, например, допустимо наличие отрицательных черт характера у человека, то уже в четвертом измерении у него не должно быть ни одной отрицательной черты характера. Уже не говоря о пятом измерении. В пятом измерении там должно быть все совершенно другое. И что касается положительных черт характера, то нужно сразу сказать, что в том мире, в мире трех измерений, в котором мы живем, практически очень трудно увеличить количество положительных черт. Потому что для того, чтобы оно увеличилось, для этого нужна счастливая жизнь, жизнь в любви. Каждая женщина на самом деле строит свою жизнь любовью. И хорошо, если ей удалось дома организовать такой вот мир любви. Но когда она выходит из дома, там совершенно другая обстановка. И ее могут тут же ограбить, я имею в виду любовь. Поэтому сейчас нужно приложить все усилия к тому, чтобы избавиться от отрицательных черт характера. Ну, в нашей школе мы начали этим заниматься уже 2 года назад. Вот, у нас есть методики, у нас есть уже достижения, у нас уже есть опыт. Вот. Я хотел бы об этом опыте рассказать. Вот. В чем, собственно говоря, состоит избавление от отрицательных черт характера? Ну, первое, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от отрицательных черт, нужно сначала узнать, сколько их и какие они. Ну, обычно число их колеблется где-то от 20 до 30. Вот, и это количество, вернее, так сказать, сами конкретно какие черты характера человека, это человек должен определить сам. Тот опыт, который у нас есть, показал, что если человеку дать задание самостоятельно найти черты характера отрицательные, просто указав лишь только их количество, этого вполне достаточно, чтобы человек с минимальными ошибками указал конкретно на состав своих отрицательных черт. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно определиться, какие черты конкретного характера. У нас в книжке «Освобождение сознания» и в той методичке, которую мы раздаем тем, кто приходит на консультацию, есть таблицы с 90 отрицательных черт характера, которые вообще бывают. Вот. И человек сам находит из них свои. Ну, сколько? Ну, например, пускай у него годы 25, находит свои 25. Их должно быть ровно 25, ни больше, ни меньше. То есть фактически задача состоит следующим образом. Вот нужно, чтобы их было обязательно 25. Если вы считаете, что у вас их 40, значит, вы просто себя недооцениваете. Если считаете, что у вас их 10, значит, вы себя переоцениваете. И, соответственно, нужно по-разному подходить к тому, что вам нужно делать. В первом случае вам нужно отсеивать лишние, во втором случае вам нужно добирать те, которых вам не хватает для того, чтобы было нужное количество. После того, как такие действия совершены и найдены нужные черты характера, вы смотрите на них, вот, и вы видите, что
Там есть совершенно разные черты. Есть такие черты, которые проявляются редко. И я бы сказал, что они достаточно безобидные. Вот. И есть такие, которые доставляют очень много неприятностей человеку. Вот. Как я говорю, самые крутые и самые противные. И вот уже, так сказать, если начинать работу над избавлением от черт характера, то она проходит как бы в два этапа. Первый этап – мы избавляемся от самых простых, самых безобидных черт. Вот это делается с помощью чтения молитв. Вот, соответственно, нужно определенным образом прочесть молитву. Для этого нужно несколько дней. Вот, после того, как молитвы прочитаны, вот те черты характера, которые, ну, если можно так сказать, слабые, они уходят. Остаются только самые крутые. И человек сам должен определить, сколько их осталось и какие именно. И вот тот список, который у него получился, этот список как раз является для него материалом его работы. Черты могут отдельно существовать по тому, как их нужно, так сказать, выгонять. А может быть, они объединяются в некоторые, так сказать, группы, и можно целую группу сразу тоже убрать. Значит, какая технология? Технология здесь уже гораздо более серьезная. То есть человек должен осознавать каждое проявление, каждой такой черты. Вот. И вот это осознание, оно на самом деле ставит человека совершенно на другой уровень его жизни. Потому что опыт показывает, что мы очень мало осознаем те действия, которые мы совершаем. Вот. И то поведение, которое мы показываем. Поведение – это и есть как раз проявление черт характера. Поэтому первое, что нужно, это нужно осознавать каждое проявление, каждой такой черты. После того, как вы уже с ними познакомились, и вы теперь уже легко их узнаете, вы начинаете следующий этап работы, который заключается не просто в осознании проявления черт, а в осознании того, каким образом они проявляются, то есть какие нужны условия, какие нужны ваши состояния, какие нужны, или вернее, при каких людях и каких событиях это все происходит. Ну, я думаю, что я ничего не скажу, так сказать, нового, когда скажу, что есть целый, так сказать, можно сказать, ряд людей, которые конкретно являются учителями, показывающими, или, так сказать, возбуждающими человека на проявление отрицательных черт характера. Это могут быть родственники, это могут быть дети. Дети особенно хорошо справляются с этим. Вот. И человек оказывается в ситуации, когда ему нужно набрать опыт понимания того, каким образом проявляется черта. И если он уже понимает, какие нужны условия, какие нужны состояния, вот, он может не допускать таких условий и состояний, и тогда черта не проявляется. Но сначала, конечно, изучение идет так, что черта уже проявилась, а потом вы уже смотрите, так сказать, отматывая время назад, смотрите, значит, каким образом началось проявление, какие были состояния, какие были условия. Вот. И после того, как вы все это изучили, при повторении таких условий вы должны их устранить. И тогда черта не проявляется. Примерно работа по избавлению от отрицательных черт занимает несколько месяцев хорошей такой плотной работы. Но зато результат совершенно фантастический. Представьте себе, что вы находитесь все время в состоянии покоя, вами невозможно управлять, вас невозможно вывести из себя.
И даже если у вас осталось одна, две или три черты характера, да, вы уже совершенно другой человек, вы себя по-другому видите и по-другому происходит ваше общение с людьми. Вот примерно такой минимум, который нужен для того, чтобы попасть в новый мир. Когда мы говорим о признаках нового мира, мы должны сказать, что не только отрицательность черт характера не должно быть, но и, вообще-то говоря, желательно избавиться и от кармы тоже, потому что что делает карма, точно так же, как и отрицательные черты характера. Она опускает духовность человека вниз. То есть у человека могут быть хорошие крылья, потому что он, скажем, занимается духовным ростом. Вот. Это, как говорится, верхняя точка его проявления, его духовности, проявления его сознания, проявления его души. Вот. Что же касается самых низких проявлений в поведении, человек старается такие проявления забыть, вот, и он не любит, когда в его окружении появляются люди, которые объективно совершенно гораздо ниже его. Вот. Это его возмущает человека, потому что он себя позиционирует по самым высоким проявлениям своей души. И это правильно, потому что это его точка роста. Вот. И он хочет, чтобы люди также видели его, так, только лучшие его проявления. И правильно, так и должно быть. И человек должен вот по этой самой высокой отметке своего поведения, он должен отвечать за все то, что он делает. Но, к сожалению, у человека бывают провалы, то есть бывают проявления вот тех самых и отрицательных черт, и еще различные неправильные поступки, которые мы характеризуем как самую низкую точку проявления его души или проявления его, так сказать, поведения. И вот эта нижняя точка, она убирается не только вместе с отрицательными чертами характера, она убирается также обязательно вместе с, так сказать, с искоренением кармы. Потому что карма проявляется, я бы сказал так, в двух видах. С одной стороны, это полная карма, мы называем ее полной, которая представляет собой программную часть кармы. Вот, это те самые программы, которые определяют и здоровье человека, и определяют, так сказать, те неблагоприятные сценарии судьбы, которые у него могут быть. Вот, те проклятия, те различные недуги, болезни, увечья, которые его постигают. И все это происходит потому, что у него есть негативные наработки, с которыми он должен расстаться. Ну, конечно, не всякий человек может определить все эти вещи. Вот, поэтому здесь нужно обращаться к специалисту. Вот, и мы этим как раз занимаемся. Поэтому если кто-то надумает такие вещи делать, мы просим, значит, к нам обращаться. И вот очищение кармы и избавление от отрицательных черт поднимает самую нижнюю точку поведения, самую нижнюю точку проявления нравственности человека, поднимает вверх. И она, эта точка, она может достигнуть даже верхней точки, точки роста, или, как мы говорим, точки ответственности. И тогда мы говорим о том, что этот человек гармоничный. Что это значит? Это значит, что он встречает только таких людей, которые одинаковы с ним по проявлениям души. А если это так, то он всегда доволен, потому что ему встречаются только такие люди, как он сам.
И вот это очень важно. И когда мы говорим о новом мире, мы говорим, что это мир общинной жизни. Что значит общинная жизнь? Это значит, что в общине есть люди, которые все одинаковые по вот своим, так сказать, по своим характерам. И мы знаем, что в общине все решения принимаются единогласно. Что это значит? Это значит, что если человек недоволен или недоволен тем решением общины, которые ему не нравятся, да, вот, то ему говорят: дорогой, ты понимаешь, что в этой общине, ну, как бы ты не совсем свой, поэтому, может быть, тебе поискать другую общину, там, где ты будешь принимать единогласные решения вместе с другими членами. И как мы знаем, такое время было. Вот, например, у Шекспира есть пьеса «Два Веронца», суть которой заключается лишь в том, что в одном и том же городе два человека имеют совершенно разный характер. Один человек замечательный, другой негодяй. И вот представьте себе, что были такие времена, и даже сейчас в церковной службе есть такая фраза: «Господь хранит пришельца». Что это значит? Это значит, что Господь хранит тех мигрантов, которые ищут свою общину. То есть, как вы знаете, человека могли выгнать из города. И вот как раз это та самая ситуация, о которой я вам рассказываю. Поэтому признаки нового мира – это согласие между людьми, согласие во всем. И вот этот мир любви, он, естественно, что он оказывается набором общин, которые существуют, если можно так сказать, на разных уровнях. Вот. И вот такие вот отдельные анклавы, они представляют собой абсолютно идеальные социумы, в которых человек может развиваться. Эти социумы как раз соответствуют увеличению его положительных черт характера, проявлению положительных черт характера. То есть начинает у человека расти число положительных черт. Вот. В отсутствии вот такой ситуации, в отсутствии такого социума, увеличение положительных черт практически затруднено. В настоящий момент мы можем наблюдать признаки нового мира, заключающиеся в том, что меняется энергетика. То есть есть такие люди, которые это очень хорошо ощущают, изменение энергетики. Вот. И они могут даже четко сказать конкретно, что происходит. Но гораздо больше тех людей, которые испытывают очень неприятные ощущения, они испытывают боли, недомогания различного характера, которые не являются, если можно так сказать, проявлением их кармы, вот, а являются на самом деле реакцией на изменение энергетики Земли. Как вы видите, энергетика Земли меняется, вот, и проявление энергетики очень много негативных. Вот. Это можно судить по тому, какие происходят катаклизмы вокруг, да, хотя они, в общем-то, пока что не планетарные, они, так сказать, местные, но мы наблюдаем и землетрясения даже больше 6, больше, почти 7 баллов, вот, и мы наблюдаем затопление, пожары, то есть это означает, что энергии проявляются очень негативные. И вот эти вот энергии, они на людей действуют. И человек не понимает, что с ним происходит, но ему очень плохо. Вот. Я получаю очень много жалоб вот именно на эту ситуацию.
Вот. И люди не могут понять, что надо делать, как нужно реагировать. Вот здесь нужно, во-первых, сохранять, возможно, спокойствие сохранять, потому что если вы начинаете нервничать, если вы начинаете паниковать, если вы начинаете бояться, вот, то ситуация становится еще хуже. Поэтому здесь нужно научиться, опять-таки, дисциплине чувств, дисциплине мыслей. Вообще, что касается жизни в новом мире, да, то многие представляют себе, что там нужно обязательно, скажем, питаться по-другому. Вот. И я должен сказать, что это правильная точка зрения. Вот. Но те люди, которые начинают практиковать, скажем, сыроедение, начинают практиковать вегетарианство, вот, они очень часто не понимают, что они облегчают себе жизнь, но организм, скажем, не готов к такому изменению. И бывает так, что, казалось бы, правильные движения в сторону улучшения, как говорится, состояния организма, она приводит к тому, что организм дает совершенно негативные реакции. Это значит, что на самом деле вы не готовы к тому, чтобы вот питаться так, как вы считаете. И беда еще заключается в том, что сами по себе продукты, они не являются качественными. Вот, что очень много генномодифицированных продуктов, вот, есть откровенные, так сказать, халтуры при выращивании различных плодов и овощей, и фруктов. Вот. И это нужно обязательно учитывать. То есть нужно установить личный контроль за тем, что вы потребляете. Значит, что я здесь хочу сказать? Я хочу сказать здесь следующее. Что у вас есть сознание, которое является самым главным регулятором всего того, что у вас с вами происходит. Например, известно, что питаться пшеничным хлебом очень вредно, что вообще пшеница, она вредна, что римляне кормили пшеницей рабов, а сами пшеницу не употребляли. Но если вы любите белый хлеб, я должен вам сказать, что вам будет хорошо. Поэтому очень важно к продуктам питания относиться положительно. Конечно, есть такие продукты, которые просто невозможно употреблять, об этом я уже не говорю. Вот. И потом, все это, конечно, очень индивидуально. Вот. Нужно понимать, что наша система, система кровообращения, лимфатическая система, я уже не говорю о нервной системе, они все находятся в очень тяжелых условиях. Вот что здесь нужно применять, конечно, все возможные средства для того, чтобы приводить их в порядок. Вот. И главное, я повторяю, это состояние вашего сознания. Если вы считаете, что вы абсолютно здоровы, то наполовину, а может быть даже и больше, все ваши болезни прекратят свои, так сказать, все свои признаки показывать. Ну, вот тут задают вопрос относительно того, как влияет сон и питание на духовный рост. Что касается сна, я здесь должен сказать следующее, что люди не очень понимают, что они могут на самом деле регулировать свой сон, что сон – это часть духовной жизни, она такая же неотъемлемая часть, как и бодрствование. Вот. И, может быть, вы знаете, что если человек долго не спит, то это кончается очень плохо. Он может даже погибнуть. Ну вот, известно, что в книге рекордов Гиннесса вот, есть рекорд 160...
168 или 164 часа без сна. Вот. Этот рекорд был поставлен таким образом, что человек, который этот рекорд поставил, он постоянно был в движении. Вот. Только таким образом можно этого достичь. Но говорят, что если бы он продолжил дальше, вот, то это могло бы очень плохо кончиться. Потому что здесь очень близок предел, который губителен для человека. Почему так? Потому что во сне происходит, во-первых, регенерация всех, если можно так сказать, всех частей нервной системы. Происходит компенсация различных, скажем, неудач, которые у человека произошли в течение дня. То есть происходит очень большая психологическая работа, которая позволяет человеку сбалансировать все те недостатки, которые он совершил в течение бодрствования, их можно исправить. Конечно, спать можно по-разному. Вот. Можно спать, так сказать, определенное количество часов единовременно, а можно спать по отдельным, как говорится, по отдельным кусочкам в течение суток. И это тоже очень эффективный способ существования. То есть вы можете по-разному регулировать ваш сон. Очень важно, на самом деле, чтение молитвы перед сном. Почему так? Потому что точно так же, как утренняя молитва вам нужна для того, чтобы организовать свой день, точно так же вечерняя молитва, она призвана подвести итоги вашего дня, вот, сформулировать, что вам нужно сделать, чтобы исправить, или лучше сказать, привести в порядок то, что, значит, было в течение дня. А главное, вы можете заказать, что вы хотите, чтобы у вас было во сне. Это очень важный момент, потому что сон, он представляет собой отдых. Отдых для физического тела, отдых для энергетического тела. И различные тонкие тела выполняют эту работу. Поэтому к сну нужно относиться творчески. То есть можно заказывать, что вы конкретно хотите увидеть. Но я могу вам сказать, что мой личный опыт говорит о том, что можно заказать, что ты хочешь увидеть, да, но я в данном случае просил это Богородицу делать, вот, и я получил то, что просил, но лучше бы я этого и не просил. Потому что я попросил показать мне прошлую жизнь, и оказалось, что там наряду с хорошими вещами на самом деле очень много негативного. Вот. Ну и существует много различных методик, которые используют сон для того, чтобы, если можно так сказать, повышать свою духовность. Вот. Это так называемые осознанные сны. Но те, кто интересуется этим, есть достаточно литературы, очень хорошо, например, это все описано у Кастанеды. Вот, но есть и другие источники, тоже в нашей литературе тоже есть. Вот, теперь, значит, более серьезно, значит, если говорить о питании, то нужно сказать следующее, что когда мы говорим о духовном росте, то мы видим определенную лестницу, по которой человек должен подниматься. Вот. Если мы говорим о заботе, так сказать, о физическом теле,
то мы тоже можем увидеть лестницу, которая необходима для того, чтобы, так сказать, подниматься и в состоянии тела вместе с духовным ростом. Но нужно сразу сказать, что у людей существует неправильное отношение из, так сказать, христианских догм, что, скажем, монахи, они умерщвляли свою плоть. Ничего подобного. Вот. Точно так же, как альпинист носит кирпичи в рюкзаке для того, чтобы поднять свою форму, вот, увеличить физические нагрузки, потренироваться. Точно так же и монахи носили вериги, потому что сама по себе монашеская жизнь, она с точки зрения физических нагрузок, она только в том случае хороша, если человек каждый день физически работает. Но для монахов это не всегда так. Вот, поэтому если физических нагрузок нет, то нужно обязательно каким-то образом это компенсировать, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Вот, это значит, что касается физических нагрузок. То есть, почему об этом идет речь? Потому что, когда вы растете духовно, вы начинаете сталкиваться с энергиями очень, я бы сказал, очень высокой частоты. Вот, и эти энергии, они очень серьезные. Они, на самом деле, если вы физически не готовы, они будут вас раздавливать. То есть я могу по собственному опыту сказать, например, что у меня был такой период, когда я подходил к иконе, вот, и у меня начинало болеть сердце. И потому, насколько болело сердце, я мог говорить о том, насколько сильна икона. Ну и какое-то время я бегал по всей Москве, изучал, где какие иконы, вот. Но ведь я же прекрасно понимал, что сердце не должно болеть. Вот, поэтому в конце концов я 2 месяца побегал по 40 минут, и сердце болеть перестало. Вот, поэтому я хочу вам, значит, сказать, что и питание, вот, и физическая подготовка, они обязательно должны соответствовать вашему духовному росту, потому что те энергии, которые вы будете проводить через себя, они могут вам доставить очень много неприятностей, если вы будете физически неподготовлены. Вот. Теперь, собственно говоря, есть лестница питания, или, вернее, так сказать, состояний. Вот, которая начинается, так сказать, с обычного нашего мясоедения. Вот, и это мясоедение, его же раньше-то не было. Вот, и император Константин, он издал указ, по которому можно было есть мясо в любое время, кроме поста. Это объяснялось тем, что его мама не могла жить без мяса. И вся империя подчинялась этому указу. Но Христос, например, в Евангелии от Фомы, он говорит, что не надо молиться, не надо поститься и не надо подавать милостыню, потому что повредишь духу своему. Так вот, что касается поста, то понятно, что Христос хотел сказать. Он хотел сказать, что если ты считаешь, что поститься хорошо, ну почему тебе все время так не жить? Вот, это что касается питания. Значит, сначала это мясоедение, потом вы переходите на вегетарианство, потом вы переходите на сыроедение, потом на фруктоедение, потом на праноедение. Вот, в конце концов, вы достигаете того, что вы дышите даже не легкими, а кожей.
это совершенно другие состояния, нам до них, как говорится, еще далеко. Вот. Но тот новый мир, который нас ожидает, там это все обязательно пригодится. Вот. Поэтому нужно понимать, что этим тоже надо заниматься. Но все-таки, когда вы этим занимаетесь, вы смотрите на реакцию вашего организма. Если организму это не нравится, значит, что-то вы делаете не так. Может быть, вы слишком торопитесь. Вот. И ваше тело отстает от вашего духовного роста. И нужно что-то предпринять, чтобы его, как говорится, подтянуть. Следующая проблема, о которой вы хотели бы услышать, это произрождение. Дело в том, что когда 20 лет назад мне приходилось, если можно так сказать, составлять картину мира, возникла необходимость классификации возможностей человека, его способностей. Ну, вообще-то уже, откровенно говоря, уже существует такая система, она называется кастовая система. Вот, там есть касты, есть варны. Вот, но я решил составить свою собственную систему, вот, куда входили как бы с одной стороны человеческие качества, с другой стороны качества ангельские. Вот. И поэтому произрождение – это есть некое состояние человека, которое для него наиболее благоприятно. То есть мы можем сказать так, что у людей есть определенные наклонности, определенные предпочтения, определенные предрасположенности. И вот это вот мы и называем произрождением. И та система или, так сказать, та классификация произрождения, которая есть в моих книгах, она вот именно показывает, что есть совершенно разные люди, есть совершенно разные люди, и они имеют разные способности, разные наклонности. Вот это все определяется произрождением. В дальнейшем, вот уже сейчас, я считаю, что от этой системы, скорее всего, нужно отказаться в пользу того, что уже существует, я имею в виду кастовую систему. Вот. Каст существует 4. Вот. И они интересны тем, что человек сначала развивается в одной самой простой касте, потом следующей, более сложной. Сначала он вообще не может определить, что к чему, потом он становится, если можно так сказать, хозяином. То есть это в основном экономический уклон в развитии человека. Вот затем он становится воином и витязем. То есть с одной стороны он управленец, а с другой стороны он, так сказать, хозяин жизни. Хозяин жизни в плане ее управления, а не в плане ее экономического обеспечения. И следующая каста – это уже волхвы, то есть это люди, которые обладают духовными знаниями, которые являются основой для жизни. И вот прохождение каждой касты, оно интересно тем, что сначала человек поднимается вверх, получая знания, необходимые для совершенствования в каждой касте. А затем, когда он достиг верха, он начинает опускаться вниз. В каком смысле? Он начинает обучать других. Если вы, так сказать, занимались педагогика, если вы учили других, то вы знаете, что если вы хотите человека чему-то научить, нужно с ним говорить на том языке, который он понимает. Значит, вы должны обязательно опускаться вниз.
Вот это вот тоже надо все понимать. И когда человек проходит вот эти две, если можно так сказать, два состояния, состояние ученика и состояние учителя, он может перейти в следующую касту. И вот таким образом человек поднимается. Я думаю, что нужно, наверное, я уже в последней книге я отказался от произрождения, их уже нету. Вот, поэтому, наверное, нужно говорить о кастах. Что касается каст, я бы вам посоветовал прочесть книгу «Честь» Виталия Присяжнюка. Вот, там есть, я бы сказал, там есть очень исчерпывающие вообще, так сказать, сведения о том, что и как происходит в каждой касте. Ну и последний вопрос. Ну, а может быть, даже не последний вопрос. Ну, вопрос, касающийся раскрещивания. Значит, здесь я бы хотел отметить две стороны. Первая сторона заключается в том, что я не занимаюсь раскрещиванием как таковым в отрыве от очищения кармы. Потому что раскрещивание представляет собой на самом деле определенный энергетический ритуал. Когда человека крестят, что с ним делают? Вот та энергия, которая, тот поток энергии, который называется Тха, и который идет от Земли к Солнцу, этот поток должен, так сказать, в каждом человеке существовать. А во время крещения церковь переводит этот весь поток от человека на себя. От человека остаются крохи. В результате вот такого, я бы сказал, отчуждения от энергии, грабежа такого, да, вот человек лишается баланса положительной, или, так сказать, энергии отца и энергии матери. Вот у него происходит сдвиг вправо, сдвиг в мужскую или демоническую сторону. Женщины становятся мужеподобными, мужчины становятся агрессивными. Вот. А самое главное, человек теряет тот стержень энергетический, который должен быть основой его здоровья, основой его, так сказать, жизни. И церковь, конечно, все это делает исключительно для себя. Вот. И если человек понимает на самом деле вот эти все энергетические процессы, энергетические состояния, то для него раскрещивание – это просто необходимо. Однако здесь не должно быть никакого насилия. То есть здесь не должно быть никаких противоречий между мировоззрением человека, между его религиозными взглядами, вот, и вот тем, о чем я говорил. Но с точки зрения энергии, вот я вам рассказал, что это такое. И, в принципе, мы это делаем. Вот. Но я бы хотел отметить следующее, что мы делаем это только совместно с очищением кармы. То есть, если человек карму не хочет чистить, а хочет просто раскреститься, то мы этого не делаем. Потому что для этого, наверное, существует... Ну, нужно, наверное, идти в церковь, так сказать. Например, есть возможности в Московскую патриархию, например, развенчаться. То есть вы можете прийти в патриархию и развенчаться, например. Точно так же, наверное, можно раскреститься. Это вот что касается раскрещивания. Поэтому, если такое у вас возникает желание, то мы все это делаем вместе в комплексе. Вот. То есть всю энергетику вот, мы делаем сразу, со всех сторон.
Значит, вот тут такой интересный еще вопрос есть. Познание Творца самого себя через опыт развития своих творений, людей в частности. Ну, вообще, Гермес Трисмегист говорил, что все как наверху, так и внизу. А Христос говорил, что если ты знаешь все о себе не познал, то ты не знаешь ничего. И вот эти два, если можно так сказать, высказывания, они определяют на самом деле, как мы должны относиться, как мы должны относиться к нашей жизни, как мы должны относиться к Творцу, как мы должны относиться к отношениям между нами. Вот. А это значит, что человек должен понимать и чувствовать, что Творец находится внутри него. И что любая молитва, которая обращена к Творцу, она на самом деле должна обращаться в свое собственное сердце, потому что он находится именно там. И разговоры о том, что Бог нас не слышит, что нас 7 миллиардов, вот, это все явное заблуждение. Вот, Бог вас прекрасно слышит, потому что он является вашей собственной частью. А вы являетесь частью Его. То есть мы можем сказать, что в нас находится сознание Творца, а вот тело у нас уже, можно так сказать, свое собственное. И я бы провел аналогию, чтобы было понятно. Вот, скажем, есть Творец и есть каждый из нас, с одной стороны. А с другой стороны, есть ваше тело, или вы сами, да? Вот. И есть ваше тело, есть каждая клеточка в нем. То есть каждая клеточка, она на самом деле далеко не самостоятельна. То есть куда вы, туда и она. И если мы посмотрим на те знания, которые, исторические знания, которые нам дают, то мы увидим, что наше положение относительно Творца точно такое же. Есть и нумерология, есть астрология, которые нам говорят, что все предопределено и все будет так, как это показывают внешние силы, которые существуют вокруг нас, силы Вселенной. Вот. Но, конечно, есть и самостоятельность. Она заключается в том, что в любой ситуации, которая определена, вы можете поступать по-разному. Ну и здесь мы должны сказать, что очень много предопределенного, потому что что такое карма? Это и есть те самые предопределения, которые вы сами создали для своего собственного поведения в каждый момент. Вот это касается в основном той части кармы, которую мы называем подсознательной кармой, потому что там сидят мыслеформы или готовые решения, которые были приняты в прошлых жизнях и которые являются такими же вашими решениями в этой жизни, если ваш собственный дух или сознание личности ничего не делает, то есть не работает, не принимает никаких решений, не создает никаких мыслеформ. Вот. А создавать мыслеформы он может только в том случае, если в душе не просто положительные эмоции, а эмоции определенного состава. Вот это так называемые волеобразующие или жизнеобразующие эмоции. То есть это такие эмоции, которые служат основой для творчества. Вот. Поэтому мы можем сказать, что отрицательные эмоции, отрицательные черты характера, они показывают разрушительное состояние человека. А положительные эмоции, черты характера, они показывают созидательные, если можно так сказать, тенденции. Но это еще не значит, что созидание возможно. Созидание возможно только тогда, когда душа дает добро на проявление воли. Воля проявляется, безусловно, интеллектом. Вот, если вы знаете, центр воли находится в животе, а не в голове. Вот. И те, кто занимается
скажем, энергетической подготовкой, они обязательно волю свою, всю волю свою и всю энергию для проявления, они собирают в центре храма. И вот эти вот, вот эта вот аналогия, она поможет вам понять, собственно говоря, как Творец реализует, реализует себя, как он осознает себя, как он живет посредством нас. И поэтому существует правильное понимание, что целое, оно реализуется благодаря частям, из которых оно состоит. Каждая часть индивидуальна, каждая часть, они обязательно не должны быть все одинаковые. Наоборот, чем больше разнообразия, тем больше возможности познания для Творца. Вот. И когда Творец создает каждого человека, он фактически создает свою копию. То есть вот он создал свою копию. В чем она выражается? Она выражается в том, что человек получает от Творца полный опыт Творца. Но он этот опыт, он потенциальный. И вот каждый человек этот опыт, он должен актуализировать, сделать своим опытом. И в этом состоит смысл, смысл нашей жизни, в этом состоит смысл существования и работы нашего сознания. То есть у Творца есть знание, а у нас есть сознание. То есть мы то знание, которое есть у Творца, мы его собираем в процессе своей жизни, приобретения опыта. Спасибо. До следующей встречи.